В Миассе в районе скандального лежачего полицейского произошла авария с участием подростка. 15-летний парень без водительских прав был за рулем «семерки». В итоге он не уступил дорогу «Ладе Калина». Второй машиной управлял 49-летний мужчина. Никто не пострадал. Кстати, местные давно жалуются на этот участок дороги. Вот так, с искрами и грохотом проезжает почти каждый автомобилист. Местные говорят, лежачий полицейский слишком высок и вредит автомобилям. И даже нет знаков, предупреждающих о нем. Поэтому водители не успевают сбавить скорость. Кстати, прокуратура начала проверку после того, как история с лежачим полицейским появилась в СМИ. И если найдут нарушение, накажут дорожников. А в ГИБДД уточнили, что авария с участием 15-летнего парня не связана с искусственной неровностью.